Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, у нас с вами ежедневное испытание есть. И у нас здесь разыгрывается башня рощи. Ну что ж, давайте попробуем, наверное, выиграть маленечко. Так, у нас здесь жрица, маг-воин, баллиста и друидка. Так, мне интересно знать, кого мне дадут. Ага, любых. Ну, тогда мы с вами получим эти карточки на башню. Так, давайте возьмем Ронина, рыцаря-мага. Так, кто у нас еще идет? А обычно идет Джиггернаут вместе с этой кучей. И та же самая баллиста вместе во главе с ведьмой. Вот такая у нас будет командочка противостоять его. Давайте посмотрим, кто кого. Он всего лишь на один уровень меня круче. То есть у него 97, у меня 96. Я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Для начала посмотрим, кто у него будет выходить в первую очередь. А отсюда будем уже разрабатывать определенную стратегию. Ну, наверное, у меня пойдет в первую очередь Джаггер. А, нет, 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 ребята. Так дело не пойдет. Давайте мы тогда так же сделаем с вами. Ну, моя здесь проиграет, по идее, да? Воительница. А ну-ка. Оп! Ронин, ехал мне. Так, смотрите-ка, мы здесь выиграли. Как ни странно. Так, полетел фаербол от башни. А мы давайте уничтожим баллисту тогда, чтоб было ему неповадно. Так, секунду, Ронин, выбеги, пожалуйста. Нет, не стал выбегать, но мы застанили мага-рыцаря. Так, да елки-палки, вот это отражение хуже не придумаешь, на самом деле. Тем не менее, давайте, ребята, 500 маны накопим для того, чтобы призвать нам ведьму. Хотя, может быть, даже и без нее мы здесь справимся. Опять же, все под вопросом, под большим. Видите, да, отражение — это такая поганая вещь. Баллиста моя на расстоянии просто погиб. Джиггернаут разобрали. Да, вот так ты, значит, делаешь. Ну что же, я думаю, что тебе не повезет. Можно уже, ребята, ускоряться здесь. И тихо, 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 тихонько. Ты посмотри, а. Ёлки ты палки, да ладно. И он еще успел друидку призвать. Йоу. А вот это, ребята, уже совсем-совсем плохо. Я, честно говоря, не рассчитывал на такой поворот. Ну-ка. Друидку не смогли забомбить, да? Так, Ронин. Нет, 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 он просто идет, ребята. Он просто идет, выходит не спеша. И знаете, что я могу сказать? Нам здесь грозит слив. Жесткий слив. Ну, ты посмотри, и она и отхиливается. И опять эти тотемы у нее. Ну, блин. Я дайте поменьше скорость сделаем. А то я не успеваю, ребят, ничего здесь сделать. Как вы думаете, ведьма мне поможет здесь, если я успею ее призвать? 37 секунд, да ладно, серьезно что ли? Ну-ка, на ускорение. Ты представляешь, ничего мне здесь не помогает. Вообще ничего, потому что друидка здесь рулит. Серьезно вам говорю, посмотрите, что происходит. 20 секунд, мы вообще не можем пробить. Плюс, как мы видим, здесь жрецы, сзади стоят баллисты. И, ребята, это фейл. Слушай, я даже сам не ожидал, что вот так вот все у нас произойдет. Фейл, это самый настоящий фейл. Воу. Вот это да. Вот это приключение. Слушай, давай тогда мы вместо ведьмы, ребята, с вами тоже возьмем друидку. Да что ж такое-то, а? Для меня это был нежданчик на самом деле. Так, берем, значит, базу. Так, возьмем рыцаря-мага, Ронина. Я не знаю, жреца я, наверное, не буду брать. Возьмем баллисту. Так, Грифона, может, нет, Грифон здесь нам не понадобится, он нам не поможет. Давай возьмем Джиггернаута также и баллисту, уже хотел сказать, и возьмем друидку. Давайте-ка посмотрим вот такой расклад. Неужели мы опять с вами сфейлимся, а? Так, надо быть впредь аккуратнее, я на самом деле думал, что будет все намного проще. Я не ожидал, что он вызовет здесь друидку, представляешь? Но он ее вызвал. Так, рыцарь-маг вышел. Та же самая, ребята, абсолютно схема идет. Абсолютно та же самая схема. Но, надеюсь, я сейчас... Да куда ж ты? Ладно, здесь мы выиграли. Вот, ребята, выходит баллиста. Что нам нужно сделать? Нам нужно, во-первых, убрать баллисту отсюда, да? И вот теперь я буду призывать друидку. И посмотрим, ребята, как у нас пойдут дела. Господи, только не сейчас. Рыцарь-маг, давай, выходи. Так, тотемы выставили. Она не уничтожает с первой попытки. Так, погнали, попробуем, ребят. Во, нас отхиливают, это уже хорошо.
Так, выходит баллиста. Ну, сейчас мы с ним здесь должны, в принципе, разобраться. Мне нужна ульта обязательно. Где она? Когда она мне так сильно нужна? Жрицу мы уничтожили. Так, друидка моя пока целенькая, здоровенькая. Все хорошо с ней. Можно не беспокоиться насчет нее. Так, и мы уже, ребята, начинаем бомбить потихонечку замок. Но, опять же, в любую секунду все может поменяться. Я не удивлюсь ничему. Но не в этот раз. Не в этот раз, ребята, мы с вами завалили башню. Соответственно, получаем сундук с 23 карточками на башню рощи. Ну что же, остается у нас последняя попытка. В принципе, ребята, стоило только взять друидку, и вы сами прекрасно видели, как у нас все пошло в гору. Не будем также с вами ничего менять, сделаем ту же самую команду. Так, у нас будет здесь Ронин, здесь будет рыцарь-маг. Возьмем Джиггернаута, возьмем баллисту и возьмем также друидку. Если он сейчас ничего не передумает, да, будет работать по той же схеме, что и было, то, конечно же, ему кирдык. Но опять же, не будем спешить, давайте посмотрим, так это или нет. Значит, первым выходит у него рыцарь-маг. Почему-то мой оказывается сильнее. Не знаю, с чем это связано все. Но вы сами видите, что его рыцарь падает, да? А мой еще живет. Давайте проверим, сработает сейчас это или нет. А я пока накоплю, ребята, 500 маны. Опа! А вот здесь нежданчик. Минус, хорошо. Так, выходит баллиста. Я пока, ребята, не буду тратить ульту, я думаю, что она нам пригодится. А вызовем, пожалуй, сюда баллисту. Так, а вот теперь пора выпускать. Да ладно ты, Ронин, ну елки ты палки, ты подставился. Так, вот жрицы, их нужно уничтожать в первую очередь, потому что они будут сейчас заниматься отхилом. Как раз у нас, смотрите, тотемчик на урон появился, и он убил ее. Так, смотрим далее, что у нас тут происходить будет. Ага, фаербол, как вовремя, елки палки, кто бы мог в этом сомневаться. Так, друидка, аккуратнее, у тебя очень мало здоровья. Да ладно. Как ты так сфейлилась-то у меня? Блин, ну в самый неподходящий, ребят, момент. Ну как всегда, господи, а. Сейчас еще отражение она влепит. Ай-яй-яй-яй, давай, наверное, так вот сделаем. Через ульту, ребята. Не забываем, что он тоже сейчас может выпустить свой фаербол и вот этих вот ребят моих накрыть. Но я думаю, что не в этот раз, да, ребята? Давай, баллисты, напряглись маленечко, есть. Хорошо, две удачные попытки у нас из трех, это тоже неплохой результат. Конечно, хотелось бы полностью получить ревард, но я, честно говоря, перестарался с ведьмой. Я думал, что она здесь сможет зарулить, но ничего не вышло. Ладно, мы с вами переходим на основную сюжетную линию. Так, подождите, вначале мы зайдем в магазин. Обычный захватчик воин, это у нас бородавочник, забираем одну карточку на него. И у нас, ребята, на арене тоже 21 карточка на чумную мышь. Давайте заберем и посмотрим, что у нас в сундуке. А в сундуке у нас лучник, копейщик, пришелец и храмовый пес. 15600 монет. Ладно, это неплохо, ребята. Единственное, что у меня лучник прокачан по полной программе, поэтому он как бы минусуется. 48 уровень здесь против меня будет выступать, поэтому никаких, ребята, проблем вообще здесь не будет. Мы просто с вами можем отправить туда одного лишь грифона. И он, в принципе, разворотит и всех врагов, и всю эту башню. Так, давай проверим, справится ли у меня один грифон с этим делом. Ну, давай ты, господи, что ты, ну. Минус. Я не буду никого, ребята, вызывать, будет только один грифон работать. Давай проверим. Он уничтожает абсолютно всех. Так, ураганчик мы с вами применим, чтобы они здесь просто не гуляли. Так, ага. Да, ребята, даже когтистый ничего не может сделать. И ульта его тоже нас не задела. А если задела, то совсем чуть-чуть. Так, грифа, давай, последний выстрел. И все, вот вам, ребята, и результат, что можно сделать один 96 уровневый персонаж против 40. Так, в общем, ребята, мы с вами прошли. Через 9,5 часов мы заберем с вами ревард. Ну, а теперь уже точно переходим на основную сюжетную линию. И у нас... Да, новая локация, ребята, и начинаем мы с вами с захватчиков. Захватчики, так. Страж плюс, опять же, у нас здесь жаба с пушкой. Да что пыха разорвала. Может быть, нам взять вот этот отряд? Для начала... Нет, давай-ка мы не этот будем брать отряд, а, наверное, вот этот. Я думаю, что, по идее, должны справиться, но, опять же, все под вопросом. Расстояние не очень большое, поэтому нам нужно как можно быстрее накопить, наверное, на тигра, да? Страж, кстати, тоже стоит недешево, поэтому насчет этого можно пока не волноваться.
Вот, теперь мы накопили. Давайте вызывать тигра. Следом, наверное, будем вызывать с вами тыквоголового. Скорее всего, так мы сделаем. Посмотрим, во-первых, кто наносит больше урона. А, он сразу вызвал... Он сразу, ребята, вызвал жабу с пушкой. Это плохо. Ой, какой дамаг никчемный, ребятули. Но это никуда не годится. Это никуда не годится. Так, минус, да? Минусанули мне мечника. Так, ну мы здесь тоже урыли, ребят. Так, погнали. Давай, тигр, выходи. Слушай, тут все нам... Все карты путает именно страж. Ты посмотри, что он делает, а? Вот халабуда. Но все равно, смотрите. Опа, мы их застанили. Тут же мы их расчекрыживаем и вызываем еще одного тыквоголового. Слушай, я могу сказать, что, по-моему, здесь мы с вами сыграли очень даже неплохо. Все, башни хана. И карточку забираем. Слушай, для начала я думаю, что это неплохо. Для начала неплохо, ребята. И мы с вами переходим на вторую локацию. Так, и здесь у нас еще появляется, ко всему прочему, тритон. В принципе, тритон, ребята, можно тоже быстренько ушатать. Главное, чтобы он не бафал стража. Если будет страж пробафанный, то нам будет очень жестко. Так что давайте все это дело быстренько делать. Еще, конечно, у меня большая надежда на нашего тигра, чтобы он выпускал, ребята, выпускал свою душу. Но он почему-то этого не делает. Он не хочет, видимо, идти на уступки. Не хочет мне никак здесь помогать. Выходит, ребята, страж. Следом сейчас... Ну, как всегда, это стандарт какой-то у них просто-напросто. Что мы можем сейчас здесь сделать? Вызвать тыквоголового. Если успеем. Так, давай замедлим. Хотя на жабу с пушкой замедление это, ребят, не работает. И вон тритон выходит. Он сейчас будет, ребят, наверное, бафать. Он сейчас будет бафать, да? Смотрите, он повесил дополнительный щит. Так, секунду. Давай еще вызовем мечника. Хоть как-то нам надо здесь сдержать нашу позицию, ребят. Да будем... Да посмотри. Так, уничтожили. Так, этих тоже минусанули. Отлично, пока хорошо, ребята, идет все. Давайте сейчас применим, наверное, ульту. Вот таким вот образом. И погнали далее. Тритон здесь, ребят, для нас ерунда полная. И у нас есть приворот, выпал. Ну, выйдет кто-нибудь или нет? Никто не выходит. Тогда получается, что базе хана, ребята. Я вызвал даже деда к нам в помощь. Ну, на всякий случай, мало ли что-то пойдет не так. Хотя здесь уже все очевидно. Да, ребята? Смотрите-ка, и заморозка, и карточка нам выпала на эту, как он там, пчелиный пилон. Продолжаем с вами и переходим, ребята, уже на третью локацию. Здесь бородавочник, вот здесь уже, кстати, не зашуткуешь и не забалуешь. Нам нужно, видимо, поменять стратегию и взять вот, нет, не этот отряд. Хотя, знаете что, вот этот отряд тоже, наверное, можно было бы взять. Если бородавочник, да, вдруг выйдет в истерике и начнет бежать, у меня для этого случая вот есть щитобот, который сможет выдержать прямой удар. Может быть, конечно, он сразу и рассыпется, но секунды-то он ему, во-первых, он ему бег собьет, да? А во-вторых, нет, он вышел спокойненько, как видите, и это хорошо. Зато давай посмотрим, как он быстро будет. Достаточно ему двух ударов. Это не есть гуд, ребята, это не есть гуд. Давай мы вот так еще вызовем нашего молотильщика и еще одного, ребята, щитобота. Так, хорош тут уже. Раздухарился, я смотрю, да? Жабанюк. Так, опа, пила вылетела, да? У молотильщика при смерти, это классно. Это нам очень большой подспорье дает. И все, как вы видите, ребята, мы с вами начинаем расчехлять базу. Плюс приворот здесь сработал. Так, молотильщик там у меня пилит, пилит. Ну что-то как-то, по-моему, все, отпилился он уже. Слушай, я думаю, все равно мы здесь выиграем с вами. Смотрите, что происходит. У него нет летающих юнитов. У меня бы даже один всадник на журавле смог бы справиться здесь. Просто стоять и бомбить. Нет, вру. У него жаба с пушкой там была. Да-да. Так, а здесь... А здесь у нас прибавляется хищнец. Так, что же нам делать-то? Мы обычно хищница с вами контрили, да? И контрили, если я не ошибаюсь, именно Ронином. Давай проверим, получится ли у нас на этот раз все так вот... Сделать, как я хочу. Мне, конечно, хотелось бы. Так, ну, в принципе, на Ронина мы уже с вами накопили. Так, ожидаем, ребята, ожидаем прыжок. Ну, да, все отлично, все как нужно получилось. Но он сейчас будет опять, наверное, вызывать. Да, он вызывать будет именно вот этих вот, ребята, хищнецов. Знаете, что мне нравится? Что у хищнеца нету истерики. То есть он перепрыгивает просто-напросто и идет себе вольготненько. Вот, видите, да? И, соответственно, мы его здесь уже ловим. То есть в этом есть большой плюс для нас. Так, а вот здесь не нужен нам никакой страж. Да ёпарасете. Давай, 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 чумная, бомби, бомби, пожалуйста.
Так, минус страж. Минус была жаба с пушкой. И я думаю, что в базе тоже, ребята, будет кирдык. Карточка выпала нам на 3 тона. 5500 монет мы с вами зарабатываем. Так, секунду, ребята. У нас здесь... Ага. Смотрите. В принципе, вот этот вот отряд, он должен справиться. Смотритель. Пускай мы будем сейчас делать армию зомбарей, да, и этот смотритель будет руководить зомби маленькими. По идее, должно быть так у меня. А как уж карта ляжет, сейчас мы с вами в этом убедимся. Так, будет выпрыгивать хищниц или нет, я пока не вижу. Нет! Нет, подожди, родной, подожди. Ох, хорошо, конечно, он звезданул. Да ладно, тут еще, ребята, и... Тут еще выходит и хищнец, но нам повезло. Нам с вами очень крупно сейчас повезло в данный момент. Так, у меня есть ульта. Я думаю, что она мне сейчас не понадобится. Или понадобится? Я даже не знаю, ребята. Сейчас, наверное, завалят меня, да? Да, рыцаря-мага, но ведьму мы все-таки с вами успели призвать. Так, давай добиваем этого стража. Кто у него тут смотрит? Не надо только по ведьме бомбить. Вот, лучше Ронина. Нет, он все-таки, по-моему... Подожди, что-то происходит, я не могу понять. Так, я видел хищница, но мы его подбили. Так, бородавочника подбили. И вот, ребята, моя армия зомби идет. Сейчас, по идее, должен уже где-то... Секунду, вот он выходит, ребята, тот самый смотритель. Да что ж такое, он всех, ребята, пугает, всех разбрасывает. Ульта пошла. Я не понял, мы что, с вами не наносим? Нет, наносим дамаг. Ну, как-то жидко. А где? Что с моей ведьмой становится в последнее время? Ребята, ее разбирают очень довольно-таки быстро. Меня такой расклад не устраивает. Что-то она теряет, по-моему, форму. Наша девочка, да? Так, а ты-то куда, голубчик, собрался? Я что-то не врубился, а? С удара слег. Все, мы с вами здесь выиграли. Хотя напряженно было. Я думал, что на самом деле мы проиграем. Как-то резко так поменялось все. Ну что же, ребят, сундук захватчика. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. 10 карточек на базу, 12 тысяч у нас монет и 11 карточек на лорда пустоты. Я думаю, что это неплохо. Переходим с вами на территорию подданных. Поехали. Так, начинается у нас 100-й уровень грифон, 100-й уровень паладина. И думаю, что нам здесь нужно взять... Так, погоди-ка секунду. Вот этот отряд мы будем брать. Да, я не спорю, ребят, паладин и, как говорится, грифон. Это такие юниты, которые и воздушные цели подбивают, и наземные. Поэтому с ними как бы слишком сильно здесь шутковать не стоит. Начнем, наверное, мы с вами... Можно начать с баллисты. Но его нужно прикрыть. Прикрыть, это вот есть только Джаггернаут. После него мы с вами вызываем нашу баллисту. У него 100 уровень, у меня 96, то есть 4 уровня разница. Вот, ребята, и грифон. На грифона сразу же повесили щит, дополнительную защиту. Мы выпускаем с вами фаербол. Добиваем, ах ты, не добили. Слушай, баллисте приходится уже здесь долго, ребята, бомбить, чтобы нам было видно хоть какой-то результат. Давайте тоже вызовем с вами грифона и посмотрим, кто кого здесь передамажит. Ну, я думаю, что мы здесь с вами выиграем. Ну, все, давайте бомбить базу уже, в конце концов. Можно тут даже, наверное, ускориться. Уже ничего страшного здесь не произойдет. Паладин, как говорится, нам здесь не в указ. И я еще и фаербол вот так вот запускаю в дорожку. Отлично. Продолжаем с вами эту эпопею. У нас вторая миссия. И здесь прибавляется еще жрица. Опять же, ребята, я оставляю этот отряд, потому что баллиста будет хорошо контролировать и жрицу, и паладина. А еще хорошо будет, если они в стан будут вгонять. Хотя, знаете что, если жрицу поставить в стан, она все равно будет отхиливать паладина, потому что она просто стоит, но действия у нее не прекращаются. Так, и это, кстати, очень странно, да? Это даже можно назвать не стан, а просто остановка юнита. Так, погоди-ка секунду. Остановка юнита. А как ты? А как ты так успел? А, ну правильно, ребят, я 500. Оу, воу. Подбили, отлично. Слушайте, хорошо мне сейчас грифон, ребята, посодействовал на самом деле. Он погиб, вызвал свою душу. И мы, как говорится, расчекрыжили вражеского грифона. Так, вот он вышел, еще один, да? Нам, наверное, с вами нужно незамедлительно тоже вызывать грифона нашего, да? Так, паладин, успокойся. Второй паладин. Довольно быстро он их вызывает. А вот это было подлинненько с его стороны. Так же подлинненько, как и я в тот раз делал. Давайте вызовем вторую баллисту. И все у нас тут будет хорошо. Паладин, иди отсюда, ты нам мешаешь. Ты нам здесь не нужен, на самом деле. Отличненько. И вызываем еще одного голема, ребята. Ну так, для проформы, можно сказать. И бумс, мы делаем с вами заморозку. Эти ребята у нас тут будут стоять. Пока за это время мы их будем
бомбить. Так, голем. Да, ребята, вот, кстати, я заметил, что голем в последнее время меня не вытягивает. Как танк он не годится, как ударная сила он тоже не годится. Не знаю, может быть, его поменять только не на кого пока. Вот в чем дело. Ну что же, тем не менее, мы с вами этот этап прошли. Переходим на третью часть. И здесь у нас фехтовальщик. Это довольно быстрый юнит, которого нужно по возможности сразу же контрить. Иначе он будет расчекрыживать. У него неплохой дамаг, неплохая скорость. Причем это дешевый юнит. Так что давайте, наверное, будем рассчитывать на нашего мага-воина, который, в принципе, с ним легко довольно-таки справляется. Выходим, давай, погнали. И уже будем... Нет, давайте вызовем, наверное, еще... Вот обожаю я отражение у нашего рыцаря-мага. Это имба просто-напросто. Для юнита это вообще, ребята, имба. Так, ну что, выходит паладин. Мы его должны, в принципе, сейчас убрать с поля боя. Также и фехтовальщика. Вызываем еще одного рыцаря-мага. И уже, ребята, у нас есть ульта. Будем, если что, контролировать. Если сейчас выйдет паладин, естественно, будем пулякать ульту. Но тут, как видим, никто не вышел. Только вот карточку на замок нам дали, и это хорошо. Слушайте, идем просто на одном дыхании с вами. У нас был только один фейл, да? Но это и то в испытании. Так, ребята, а здесь уже маг. Тут уже прибавляется маг. Со своей массовой атакой. Господи, сложно будет сейчас. Вот сейчас будет сложно. Но постараемся все-таки отбиться. Постараемся отбиться. Главное, ребята, сразу уничтожать мага. Потому что у него массовая атака, да, все мои юниты будут стоять. Например, тут их будет трое или четверо. И он своей вот этой молнией будет по всем бомбить. Мне это нужно? Нет. Так, начнем, наверное... Ага, вот так он сделал. Он сделал так. Давайте, ребята, попробуем призвать ведьму в таком случае. Идет сзади жрица. И мы вызываем с вами ведьму, ребят. Сейчас применим ульту. Вот так вот. Ну, чтобы немножечко... А вон там уже и маг, скрипун, вышел. Я слышу его, ребят. Я его слышу. Так, минус жрица. А, вот, смотри, что сейчас будет происходить. Видите, да? Наносит, как обычно, урон. Не зомби начал уничтожать, да? А именно ронина, гаденыш. Тогда получи. По ведьме. Но несущественный, ребята, дамаг был. Как вы видели. Ведьма выжила, и это хорошо. Так, ну что, паладина расчекрыжили. И все, ребята, думаю, сейчас будем базу уже с вами бомбить. И мы ее разнесем. Ну, вообще быстренько. Тут как-то справились на удивление быстро. Я думал, будет дольше бой у нас. Но нет. Так, а здесь у нас кто? Всего лишь епископ. Всего лишь епископ у нас здесь открывается и нам. Ребят, ладно, давайте отыграем полностью энергию у этого отряда. С епископом, в принципе, мне не страшно. Он ватный. Единственное, что он, конечно, хиляет и забаф, делает баф, короче, на свой отряд. Так, фехтовальщик вышел. Естественно, родной, мы тебя сейчас встретим с почестями. Проводим тебя, как говорится, в последний путь. Давай. Упс, нормуль. Если не так забомбило бы, так, ребята, через отражение бы все произошло. Воу-воу-воу-воу. Упс. Отлично, хотя бы так сделали. Давайте вызовем чумную летучую мышь и будем уже в конце концов копить. Так, Грифон, вот здесь ты не в тему, если честно. Угу. Обменялись, так скажем. Я жду, ребята, с секунды на секунду должен выйти епископ. Но он обычно как делает? Он не отправляет его первого. Он всегда плодит армию, а потом уже в конце, в самом, да, отправляет... Так, минус чумная мышь. С удара, ребята, просто сносит. А, тут еще и маг. Тут еще у нас будет и маг. Так, минус зомби, да? Естественно, ребята. Зомби уничтожается. Маг уничтожается. Наготове у меня ульта, я жду. Я жду, никого нету, да? Жаль, жаль. Вот он, родной, вышел. Смотрите, что происходит, ребят. Тихо, подожди, подожди, подожди-ка. Епископ сдулся. Просто моментально сдулся, ребят. Я так понял, сработало там отражение, да? Он бомбил рыцаря-мага и сам себе наносил урон. Хотя он, по-моему, бомбить не может. У него же нет атакующей магии. По-моему, нету. Но, тем не менее, он урон получал. Ну что, ребят, открываем с вами сундук подданных и посмотрим, что нам здесь достанется. Так, 12 карточек на короля, 10 карточек на эльфа и 9 карточек на копейщицу. Фу, так, сколько у нас тут? Мы сейчас с вами где? На территории... А, нежить, захватчики и роботы. То есть три территории еще у нас осталось. Ну, вряд ли мы, конечно, сегодня пройдем. А, кстати, вот этот вот отряд нервирует меня. Знаете почему? Потому что здесь есть зомби, который стоит всего лишь 100 маны. И вот этот тут 100 маны, и они начнут тут сейчас духареть. Мы можем с вами поиграть вот этим отрядом.
Здесь у меня очень много стрелков. Ну, я не знаю, успеем ли мы вызвать нашу ниндзю. Хотя, по идее, должны. Так, ребят, давайте. Погоди-ка, нет, тут лучше вот так вот сделать. Тут лучше вот таким вот образом обыграть. А вот теперь уже вызываем нашу ниндзю. Ниндзя должна подбить этого. Ну, да что ж так долго-то. Долговато ты, конечно, ниндзя бомбишь, если честно. Все, нормуль, продвигаемся с вами далее. Главное, что мечник будет прикрывать. Отлично, все хорошо. Сейчас будет взрыв. Давайте, ребята, вызовем тыквоголового и посмотрим, как он здесь себя... Тихо, ты куда разогнался, а? Слишком быстро ты бежишь, парнишка, тебе не кажется так? Деньги отдай только. Слушай, ну тыквоголового, я не знаю. Вот сейчас, вот, смотрите, вот против... Вот против как раз зомби он вообще великолепен. Против зомби он вообще нормуль, потому что он его убивает на расстоянии. Слушай, ну тогда я могу сказать, здесь будет победа за нами. Две тыквы сейчас тут устроят такой расколбас. Ха-ха-ха. Так, надо прикрывать, конечно же, их, потому что они сами по себе очень ватные. У них очень мало здоровья. А что это такое остается, ребят? Смотрите, это лужа огненная. Не знаю пока. Так, вообще замечательно, мы с вами идем. Офигеть, эти тыквы, как, знаете, как натуральные снаряды. Летят и просто бомбят все на своем пути. Так, давай, минусанули. Отлично, разорвало. Ну что, пора уже, наверное, и замок уничтожать, я думаю, да? Тигра все-таки мне расчекрыжили. Вот и все. И это первый, ребята, у нас был этап. Довольно долго, да? Как-то он затянулся у нас. Так, а здесь прибавляется у нас когтистый. Когтистый, так, думаем внимательно и хорошо. Попробуем этим отрядом. Мне нужно отыграть свой четвертый отряд, в конце концов, по полной программе. Не зря я его создавал. Кто-то писал, что я не умею им играть. Ребят, нет, я им умею играть, но юниты не совсем подходящие. У меня очень... Так, секундочку. Давай, родная моя, бомби его. Отлично, все хорошо, надо прикрывать. Сможем или нет? Да должны. Так, а вот когтистый, это уже, ребят, плохо. Но он ватный, он оказался ватным. Тыквоголовый, да, начинает бомбить, все. Слушай, ну здесь, наверное, нормуль получится. Мечник постоянно куда-то прет. Постоянно он лезет в эту гущу событий. Не знаю для чего. Давай-ка вот так замедлим этого ханорика, чтобы он тут не выеживался слишком сильно. Так, и пошел у нас, ребята, еще один мечник. Так, давай, наверное, еще одного тыквоголового вызовем. Мне кажется, с ними будет эффект обалденный просто. Два юнита тыквоголовых, это как, знаете, ребят, как баллисты у нас тут стоят, сзади бомбят. Только баллиста бомбит по трем целям, а тыквоголовый делает массовую атаку. То есть поражает всех юнитов в области. Давайте тогда уже тигра вызовем, чего нам терять. Так, вызовем с вами шипы, ростки сакуры, которые будут, ребят, замедлять врагов, что даст нам преимущество. Так, и последнюю тыквоголовую чурку вызываем. Все, ребята, замок разбомбили. Слушай, а мне нравится уже. Мне уже нравится этот отряд. Мне нравится тыквоголовый. Так, а здесь, ребята, у нас банши. Банши. Слушай, если мы не будем ее подпускать близко к себе, да, чтобы она орала, в принципе, будет все довольно изи. Если сейчас пойдет у нас, опять же, радиоактивный зомби, да, взрывной камикадзе, мы его быстренько... Нет, тут немножко по-другому все идет. Давай вот так вот. Ой-ой-ой-ой, подожди, я не так сделал немножко. Я не то сделал. Я знаю. Опс, вот это, ребята, наверное, была моя критическая ошибка. Ладно, давай про... Зачем? Господи, тихо. Ребята, просто уже идет банши, и это не есть гу. Давай замедлим, может быть, хоть как-то. Так, давай. Ниндзя, ну бомби ты ее, вот, все. Выровнялись хоть как-то. Хоть немножечко, у нас все-таки здесь есть окно, и мы можем здесь этим воспользоваться. Так, что я жду? Я не знаю, ребят, что я жду. Мне нужна тыквоголовая башка. Так, и вызываем, ну нет, не вызываем, а будем сейчас с вами копить. О, заморозка. Найсово. Так, тигр. Да, мне здесь нужен только... Нет. Не нужен мне сейчас тигр. Давай. Воу. Я легенда, квест завершен. Да уж, это точно, я легенда. Так, банш, не ори, тебе хана. Давайте вызовем ниндзю. Я буквально прохожу игру одними тыквоголовыми. Я вызываю какого-нибудь юнита, да, покрепче, который может сдерживать их. А остальное все делает тыквоголовый. Просто расстреливают издалека этих юнитов никчемных.
Конечно, хотелось бы немножко побольше дамага. А мы с вами полностью прокачали, кстати, таких уголовов, вы не помните? По-моему, нам не хватало сколько-то уровней. Или же я все-таки этого добился? Полного улучшения. Вау, ты посмотри, просто снаряд за снарядом летит. Вообще ничего сделать не могут. Просто ничего сделать не могут. Вот так вот это все дело делается. И мы с вами переходим на четвертый этап. Ребята, у нас энергии здесь, к сожалению, нет уже. Жаль. Так, ну зато ее здесь полным-полно. Опачки, прыгун. Погоди-ка, прыгун. Как-то я про тебя совсем забыл. Что же мы будем делать? Надеюсь, на баллисту, на друидку. Прыгун, естественно, ребята, контрится очень плохо. Особенно, если он будет в истерике убегать. Точнее, он делает прыжок, начинает включать истерику свою. И у него пошел, как говорится, лютый дамаг. Я надеюсь, этого не произойдет. Так, вот он идет. Я даже думаю, ребята, нам надо будет вызвать паладина под прикрытием молотильщика. Давай проверим. Слушай, нам повезло, что он не стал истерить. Паладин еще повесил щит на моего молотильщика, и это очень классно. Погнали. Вау, сработано идеально. Но не забываем, что прыгун, ребята, опять же может выйти в любую секунду. Вот, он уже вышел. Прыжок. Ах, сейчас паладина, да, уложил. Нет, не ушатал, не успел, ребят, не хватило ему времени и дамага. Так, карточка прыгуна, она нам не нужна, в принципе. Ага, вот это вот плохо. Да господи, ну как ты... Что я сейчас сделал, ребят? Не, нормуль, все хорошо. Давай его бомбим. Он сейчас хочет меня, короче, ребята, своими прыгунами, да, законтрить, я так понимаю. Сейчас у него вот такая вот идея. Просто контролировать меня, постоянно прыгать, постоянно меня отвлекать. И я сейчас, знаете, что сделаю? Вот таким вот образом. Нет! Да иди ты в пень! Хорош, успокойся уже, в самом-то деле. Давай его разбомбим. Отлично, ребята. У нас времени не так уж и много, всего лишь минутка. Этого маловато, я думаю. При том, что мы еще даже не нанесли вообще никакой урон. Так, он опять, без истерики, слава богу, он прыгнул. Мы его разбираем. Так, идут зомби за зомби. Зомби погоняет. Ладно, давай вызовем молотильщика. Опять прыгун, да чтоб тебе, ты достал уже, ну серьезно. Опять прыгун, постоянно прыгуна. И самое интересное, что он вызывает радиоактивного зомби, да, который взрывается и уничтожает всех моих юнитов, которые стоят возле замка. 37 секунд, не хотите ли, ребята? Вот такую вещь. 37 секунд. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну что ты опять? Ну, друидка, ну господи, ну. Я понимаю, там все это хорошо, но у меня нет времени на наступление. Нам нужно двигаться вперед. Зачем ты отходишь, а? Такой в самый неподходящий момент. Вот, все, наконец-то, ребята. Наконец-то она тотем поставила, да? Ладно, пускай этот ханорик тут прыгает. Мы с вами вот так вот сделаем. 7 секунд, господи, вы будете наносить урон. Да кто там еще... Не, ребят, мы не успеем. Или успеем? Успели или нет? Вот интересно. На 0 секундах мы с вами, ребята, остановились. Смотрим. Да. Почему-то как 0 секунд, все, мы сразу с вами фейлимся. Почему я не мог пройти? Все тут довольно-таки легко и просто. Никаких сложностей нету. Единственное, я не понимаю, почему у меня друидка поперлась назад. С какого вдруг перепуга? Там ничего ей не угрожало, она зачем-то начала отступать. Ладно, ждем опять, ребята, прыгуна, и будем с вами действовать намного быстрее. Я буду вызывать сразу друидку, и сразу пойдем с вами в бой. Так, вот тут главное, чтобы все было хорошо. Так, вот он прыгает, вот мы вызываем. Естественно, ребята, истерика, как же без нее. Так, и вот этот вот зомби, это самое бесявое, что здесь может быть. Я имею в виду про радиоактивного, который взрывается, да-да, именно про него. И не стоит забывать, что опять же будут прыгуны. Вот он. Один за другим идет. Один за другим. Так, мне дадут сегодня вызвать друидку или нет? Я не понял. Так, накопил. Накопил я себе на друидку, и сейчас будем ее вызывать. И надеюсь, что... Давай-ка вот так вот сделаем, а? На всякий случай. Все, испугался ханорик. Так, прыгун выходит. Прыгает. Ну, пока ничего такого плохого он нам не делает. Он тотем бомбит, пытается его разбомбить. Отхил. Вот что нам не хватало, это отхила. Так, два когтистых здесь, ребят, смотрите, машут. Вау, минусанули всех абсолютно. Так, молотильщик справится? Справится. Друидка, вот фиг ли ты идешь на попятную? Он уже сзади тебя, что ты отходишь-то? Для чего ты это делаешь? Я вот до сих пор этого не могу понять. Меня здесь больше, ребят, смущает все-таки зомби взрывной. Вот этот вот, который, видите, что делает? Он взрывается, наносит колоссальный урон.
Так, давай вот этих всех олухов притянем. Нам только карточки почему-то дают на прыгуна. Вот если бы она тотем вот сюда поставила бы, да, ребята? Вот прямо вот в территорию замка. Это было бы вообще замечательно. Во, опять идет, смотрите, бомс, взрыв. И пошло отравление. Этот зомби сейчас, наверное, тут еще будет всех заражать, я так понимаю. Ну, господи, они отхиливаются, это хорошо. Хил есть, ребята. Он нас спасает. Ну что же, давай допиливать базу. И... Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Да... Они издеваются. Они издеваются надо мной, смотри. Тотем где стоит, ёпрста, он не достает, ребята, до башни. И вот так вот. Фух, вот этот вот красный тотем, он стоял не рядом с башней, поэтому урона не наносил. Ну что, у нас кто здесь будет, ребята? Босс Жнец 99 уровня. Как же нам со Жнецом-то справиться? М? Опять же играть вот этим вот отрядом? Блин, ладно, давай попробуем. Но сейчас, я думаю, здесь будет фейл, потому что он сейчас наплодит свою армию. Единственная вся надежда, это знаете на кого? На молотильщика. Почему именно на него? Если он будет выпускать пилу, то все зомби, которые будут... Так, я не понял, а с чего ты вдруг... Что ты вдруг начал с банши? Как-то странно маленечко. Это ладно, погнали. Давай вызовем щитобота. Так, урон, конечно, ни о чем. Ну, кто кого? Мы должны победить, потому что у нас отхил есть. Да, отхил сработал. А вот это вот плохо. Сейчас полягут, ребята, все абсолютно. Сейчас они упадут. Ну, я так и думал. Ладно, опа! Погоди-ка, ребят, там прыгун идет. Там бежит прыгун. Так, погнали. Вот таким вот образом нам пришлось это все сделать. Иначе бы он перепрыгнул, бы началось бы тут свистопляска. Так, и вызываю, в конце концов, я друидку. Опа-на, а он уже вызвал жнеца. Он уже вызвал жнеца, ребятули. Давай. Слушай, а ему пофиг, что я, ребята, делаю притягивание. Абсолютно по барабану. Так, тотемы бомбят. Нет, не знаю, там что там бомбит, не бомбит. Я вижу, что у него, по-моему, там армия. Прыгун тут еще выскочил. А где мои тотемы? Так, давай застанем маленечко. Попробуем так вот сделать. Сдули мы их. Где? Вот, ребята, тотем пошел бомбить. Видите, мы застанили жнеца. Вся надежда у меня на всадник на журавле. Все, он подбил. Здесь, естественно, включаем заморозку. Пока они тут все спят, отдыхают, мы с вами продолжаем бомбить. Вот так вот делаем притяжение. Так, смотри-ка. Я не понял, а что там с прыгуном случилось? Ну что за лаги-то опять, господи, а? Тут нам повезло, ребята, что тотем вот этот вот на атаку уничтожил быстрее радиоактивного зомби. Ты смотри, 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 что происходит? Нет, 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 нет. Не надо делать. Твою же маковку, ребята. Мне подбомбили друидку. Я вызываю следующую. Но у нас 30 секунд. На все, про все. Опять идет ханорик этот. Как он меня бесит. А он, ребята, львиную долю моих юнитов просто уничтожает одним взрывом. Я именно про взрывного зомби говорю. Прыгун. Так, ладно, прыгун, это фигня. 14 секунд. Господи. Успеем ли мы? Ну, таким макаром, скорее всего, мы не успеем. 5 секунд, все, фейл. Несмотря на то, что мы с вами все довольно хорошо прошли, фейл только лишь из-за того, что по времени. Да. Господи, ну как же это обидно, а? Вот так вот профукаться. Видите, вот тотем, когда ставит она вот этот на урон, сразу здоровье у базы улетает моментально. Да, я знаю, что я прошел, но такой расклад мне не нужен. Вот тебе, ребята, и жнец. Слушай, может быть, блин, прыгун. Тут этот прыгун, он мне все, ребята, карты путает. Даже если мои баллисты будут хорошо стоять, да, на дистанции, будут хорошо бомбить. Опять же прыгун, нервотрепорщик будет их разбирать. Причем довольно быстро. Поэтому, единственное, что нам еще здесь, знаете, что может помочь, ребята? Так, во-первых, вызываем джиггернаута, это раз. И теперь будем вызывать нашу баллисту. Хотя не забываем, что, ребят, будет прыгун. С секунды на секунду он должен появиться. Так, баллисту я вызвал. Ну что там, господи, что там за тягомотина-то? Давай вот так сделаем, хоп, всех сразу скопом накрыли. Минус банши, давай еще одного джиггернаута вызовем. А вот, ребята, и прыгун, я его успею хоть проконтрить-то, эй. Успею или нет? Так, он потихоньку-потихоньку мне бомбит джиггернаута, рассыпался джаггер. Так, уничтожает, баллисту не трогает? Пока нет. Но это хорошо, что не получилось у него сейчас задеть. А жнец-то уже вышел. Господи, жнец, ребята, вышел уже. Фаербол полетел.
Вот так вот. Голем, будь добр. Ну, будь добр, ну. Хотя и баллисты здесь неплохо справятся. Нет, 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 нет. Да чтоб тебе. Ребят, ну это уже, знаете, как будто вот специально сыграно против меня было сейчас в данный момент. Грифон даже не выпустил свою душу, а? Даже не выпустил душу он. Давай посмотрим, чей, как говорится, жнец будет круче. Ну, конечно, его. Конечно же, ребята, его. Фаербол. Так, ой-ой-ой, идет. Обалдеть, он нанес урона мне. Ха, мы его накрыли медным тазом. Так, тихо. Фу ты. Ты посмотри, что, ребята, сделал прыгун, а. Он успел перепрыгнуть и наказать меня за счет урона по базе. Хотя мне пофиг на этот урон-то, если честно. Чего я волнуюсь-то, господи. Что я запереживал-то, мне совсем другое сейчас интересует. Не взрывайся. Давай вот так вот сделаем. Опа. И добивайте мне, пожалуйста, базу. Есть. Фу, я начал волноваться, ребята, что прыгун, когда перепрыгнул и сделал урон по базе. Но у нас же в чем был фейл? По времени. Так что все хорошо здесь прошло. И мы с вами забираем наш сундук нежити. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Банши, радиоактивный зомби и 10 карточек для башни. Так, ну что, опять у нас, ребята, здесь захватчики. На этот раз у нас жаба с молотом и хитрый маленький вонюченький пришелец. У нас что, с вами энергии нету? Здесь есть, поэтому я думаю, а тут и тут есть. Давай-ка с этого отряда начнем. Жаба с молотом, ребята, на самом деле не такая сильная, как тот же самый страж. Ну и вы помните, да? Сила замаха, сила удара, ну, в принципе, должны здесь противостоять. Единственное, что вот этот вот пришелец, маленький ханорик, который нас будет очень сильно здесь нервировать. Вот, вот в данный момент, смотрите, что он делает. Оп, и похитил. Эй-эй-эй-эй-эй. А, он еще, мало того, что он похитил, он еще... Все, я понял, тут фейл. Потому что этот пришелец не просто похитил, ребята, а он ниндзю на свою сторону переманил и выпустил ее уже. И, соответственно, следующему он взял моего тигра. Вот так вот быстро у нас сфейлился, ребята, отряд. И попытка. Так, у нас, кстати, ага, смотрите-ка. У нас тыквоголовый не прокачанный, конечно же, не прокачанный. Господи, вот теперь он по максималке. Также мы с вами ниндзю прокачиваем на максималку. Тигр. Так, тигр. И давай посмотрим, кто у нас. Так, мечник наш, черный рыцарь. И база. Да, на базу особо сильно не хватило. Она у меня, кстати, 76 уровня. Вот что я вам еще хочу сказать. Давай здесь тоже заберем гемы. Ну что, ребятушки, 16 тысяч денег мы можем... молотильщика, да? В этом отряде есть еще энергия, поэтому поехали именно им, тогда будем разруливать. Так, здесь у нас молотильщик, который, в принципе, может быть неплохой приманкой. Но я думаю, что нам лучше вызвать здесь щитобота первым. Почему? Потому что пришелец, который полетит, он его похитит. Ну а дальше мы уже будем с вами здесь развлекаться по полной за счет паладина. Я рассчитываю на это. Так, жаба с молотом вышла. А, мы можем вот так вот даже сделать, ребят, с вами. Так даже будет, наверное, эффективнее. Давай проверим наш эффект. Бэу. Слушай, ну нет, он тоже довольно крепкий, сильный малый. Ничего не могу сказать. О, когда мы станем, это классно. Так, пришелец, ты достал, вот серьезно говорю. Все время не вовремя появляешься, все время похищаешь у меня юнитов. Пускай лучше он забирает, конечно же, маленьких слабеньких, таких как молотильщик, но не таких как паладин, потому что они недорогие. Так, вот он так и сделал, в принципе, ребят. Карточку мы на пришельца взяли. И, слушай, по-моему, разберем сейчас базу мы с вами. Судя по всему. Смотри, какой дамаг наносится. У него нет юнитов, да, которые могут справиться с моими всадниками на журавле. И, соответственно, мы разбомбили ему базу. Так, переходим на второй этап и смотрим, ребята. А вот здесь уже открывается воблер у него. Воблер, он подбивает и воздушные, и наземные цели своими катанами, которые он бросает. Ну, в общем, вы знаете все. У нас от серии к серии все это, ребята, объяснялось неоднократно, поэтому излишне даже можно что-то здесь говорить. Так, жаб... О, пришелец, вы помните, да, ребята, будет пришелец, а потом следом улитка. Наверняка это именно та комбинация будет. Так, выходит... Давай, наверное, так сделаем. И молотильщика. Молотильщик, ты должен стоять сзади, господи. Ага! Ага, я все понял, ребята, воблер идет. Вот с воблером-то уже будет, наверное... Ну, ульта, господи, сработало. Сработало, главное, чтобы подбить.
Ну, не успели, да, маленечко? Ладно, фиг с ним. Главное, что здесь мы отыграли. Слушай, друидку, да, надо призвать друидку, судя по всему. Потому что воблер идет, будет бомбить, атаковать массово. И нам нужно, ребята, хиляться. Нам нужно хиляться. Отхилялись, называется. Господи, да. Ты видишь, что он делает, да, ребята, этот воблер? Он бросает свои катаны, эти, которые бумерангом возвращаются к нему. Ну, соответственно, урон тоже наносит нехилый. Похищает тотем, мне не жалко. И именно, главное, похитил тот самый тотем, который наносит урон. Ладно, ничего страшного. Так, опять ты за свое, а? Иди сюда, стоит там вдалеке. Ну? Так, похищает у меня щитобота этот пришелец. Но все равно это ему, ребят, не поможет, и это его никак не спасет. Вы увидите, да? Тотем красненький стоит возле базы. Соответственно, он будет наносить урон. Мои ребята, конечно же, здесь будут помогать. И все. Вот это называется изи-каточка. Так, ну что, ребят, только лишь третий этап. Нам еще два после этого проходить. А есть ли у нас энергия? Так, подожди-ка, не может же быть такого. Вот, я же говорю, что есть. И здесь слизень-морпех. Кстати, знаете, кого мне напоминает слизень-морпех? Именно нашего тыквоголового. У него практически идентичная атака, да? Манера. У него уже тоже массовое разрушение. То есть он стреляет, например, в троечку, и все трое получают у меня урон. Так, вышел. Наверное, давайте джиггернаутом. А интересно, кто сильнее, джиггернаут или... Блин! Ну, сейчас-то, конечно, сейчас он меня тут разбомбит. Кто нам здесь может выручить ситуацию? Естественно, баллиста. Естественно, баллиста. Где отсюда? Упс, мне не нравится, ребят, такой расклад. Совсем не нравится мне такой расклад. Отличненько. Так, главное здесь слизня уничтожать. Вот что я заметил. Если слизень падает, то все у нас хорошо будет. А вот он встал в такую позицию, ребята, что... Нет, достаем. Достаем, и это удивительно. Так, ну, пришельца-то этого шлепнем или нет? Шлепнули. Мы успели все-таки вернуть с вами джиггернаута на место. Слизня подбили, ураганчик нам здесь в помощь. И давайте еще вызовем одну баллисту, ребят, с вами. И вот так фаербол, вау, в довесочек туда. Чтобы не духарились они. Ну, голем только хотел ударить, и не вышло у него ни шиша. Вот жалко, ребята, когда пришелец летит, да, с похищенным юнитом, и мы его убиваем, он не возвращает его на место. Он его может вернуть только в том случае, когда он начинает его забирать, и мы подбиваем. Или проходит, например, секунда, то есть он еще не тронулся с места. Тогда да, мы можем вернуть своего юнита. А, вот смотрите, оп, не понял, по-моему, ничего не вернули. Спасибо за карточку на базу. Так, ну что, четвертый у нас уровень. Вот, ребята, вот это самая та комба, про которую я вам говорил. То есть сейчас полетит, наверное, пришелец вместе с этой улиткой. И поэтому мы, наверное, будем здесь делать вот так вот. Вызывать здесь будем Ронина. Почему именно Ронина, ребят? Ну, он, во-первых, дешево стоит. Во-вторых, именно его нам нужно, чтобы похитило... Не похитило, а пришелец похищал именно его. Оу! А разве так должно быть? Разве я на это рассчитывал? На самом деле нет. Давай вот так вот. Да я просто... Ну, в принципе, я ожидаю сейчас, ребят, пришельца. Я ожидаю пришельца, почему-то его нету. Почему его нету, спросите? А вот он, летит. Явился, не запылился. Естественно, похищает БФГ. Какого лешего? Ты кого, блин, похитил? Эй! Кусок тупорылого, я не знаю там чего. Он взял мне... А, ну правильно, БФГ отскочил во время выстрела. И мой рыцарь-маг подставился под удар. Ну что, давай посмотрим, как мои БФГ-хи тут будут разбираться. Они довольно неплохо пока бомбят. Смотри, вот что мне нравится, что они отскакивают. Соответственно, юнит подходит, хочет удар сделать. А БФГ-шка уже тут как тут отлетела назад. Так, и ульта, ребят, пошла. Вау. Что у нас тут происходит? Вообще расколбас. Смотри, кстати, я давно БФГ-шками не играл, вы заметили, да? И вот только сейчас я их... реанимировал, и они довольно неплохо себя показали. Вот именно в этом уровне они показали себя просто имбово. Так, погоди-ка, а у нас что? Эй, вот, ребята, еще есть, как говорится, порох в пороховницах. Поэтому, я думаю, этот уровень мы с вами пройдем. Конечно, вот здесь вот юниты, вот этот вот голем, я думаю, что, ребята, его надо заменить. А вот на кого? Вот на кого бы вы посоветовали? Как вам кажется, кто может заменить нашего голема? Я пока, честно говоря... Так, вот, ребята, вот она
Что я сделал? Я сейчас сделал ерунду, да? Или нет? Смотри, как классно получилось. Ребят, я не ожидал на самом деле, что баллиста может у меня вот так вот законтрить. Так, идет у нас Охламон. Там сразу слизень морпех. Давай вот так вот сделаем. Уиху! Чтобы было неповадно им. Да-да-да, ребят, чтобы было им неповадно. И грифа. Грифон должен слизня этого расчекрыжить. Ну, молодец, красавчик ты наш. Опять же, ребята. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что я тут? А что я так? Господи ты, боже мой. Я совсем забыл. Я совсем забыл, что это у нас последний уровень, ребята. Конечно же. Так, армия есть? Армии никакой нету. Давай вызывать баллисту. И пытаться, ребята. Сейчас будет бомбическая сила здесь. Мы не застанили. Во! Вот что нам нужно. Пускай маленечко подумает. Там еще пришелец, по-моему, где-то, да? Летит. Летит пришелец и улитка. Так, я не понял, что тут происходит. Но я вижу, что, по-моему... Что, по-моему, мы здесь должны вырулить, ребят, ситуацию. Да что ты достал со своей... О, по жнецу, ребята, атака идет. Фаербола нету. Вот это... Эть! Ребята, мне нужен выстрел. Вот. Готов. Хлопчик. Готов, хлопчик, ребят, но мне это ничего не дает. И опять этот похититель, блин, идет, летит. Ну, естественно, естественно, он похищает. Все, ребята, мы, наверное, тут сфейлимся, скорее всего. Не хотелось бы, конечно, 35 секунд. Если мы сейчас с вами успеем призвать жнеца, может быть, еще не все потеряно, но как-то меня немножко это смущает. Погнали. О, тут еще и вот это вот хламье летит. Зачем я так сделал, я не знаю сам. 20 секунд. Вот против вот этого вот, ребята, армии. 15, нет, скорее всего, не получится. Не успею. По времени никак не получится, ребят. А была неплохая возможность все это реализовать. 4 секунды. Жалко, у меня нет, ребят, какого-то там ускорения. Кстати, давно не выпадало ускорение к нам, вы заметили? Давненько не было. Ну ладно, в любом случае мы, ребята, здесь выиграем. Давайте ускоримся. Фаербол еще в довесок брошу. Но переигрывать обязательно надо будет. Только вот единственное непонятно. Как же я мог забыть, что это уровень последний с боссом? Что-то я совсем заговорился, просто-напросто отвлекся. Да, ребята, у нас больше нет нигде энергии. Ну и ладно. Мы в любом случае с вами, ребята, встретимся в следующей серии. Пройдем вот эту территорию. Потом пройдем роботов и пригоним с вами 89-й портал. А там уже остается сколько? 11 порталов, ребята, и соточка. Я не знаю, дальше соточки есть что-то или нету. В общем, все это мы с вами увидим скоро. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.